Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте все те, кто заглянул на мой канал. Сегодня у меня на завтрак цветная вермишель, макаронные изделия. Варятся, как обычно, 5-7 минут в теплой воде. Дальше воду сливаете и сразу, чтобы они не слиплись, заливаете, добавляете оливковое масло, так как я это делаю. Можно обычное сливочное масло. Не забудьте подсолить, поперчить, добавить своих любимых специй. Салат со шпината с добавлением твердого сыра, тофу, лук репчатый тоже мелко крышится и бросается в этот салат. Нужно подсолить этот салат, хорошо перемешать, поперчить и добавить то ли майонез, то ли сметану, то ли соус. Это на ваше усмотрение и на ваш вкус. Котлета, мясная котлета. Делаем фарш. У меня чаще всего фарш идет индюшиный. Добавляем к нему белый, размоченный в молоке, хлеб, яйцо. Можно добавить немножко тертых овощей. Морковь, лук. Обязательно добавьте специи, соль, разные перцы, сухой чеснок. Ваша котлета приобретать будет неповторимый вкусовой оттенок со специями. Жарить на маленьком количестве растительного масла нужно. И в конце жарки, если не хотите сильно зажаренные получить котлеты, можете добавить немножечко воды. Они пропарятся, полностью прогреются, станут более сочными. Обязательно закройте крышку на сковородочке. Когда испарится вся вода, считайте, что ваши котлетки готовы. Прожаривайте с одной стороны. И со второй стороны переворачивайте и на другую сторону. Тоже не забудьте прожарить. Ну вот, кто любит более зажаренные котлеты, воду не добавляйте. Кто любит такие, как я, мягкие и не сильно зажаренные, можно добавить немножечко водички. Можете воду смешать с молоком, со сливками. Это на ваше усмотрение. То есть комбинируйте. Если вы не хотите чистую воду, можно взять бульон, молоко, повторяюсь, сливки. И у вас будет прекрасный оттенок вкусовой. Вы будете с удовольствием есть эти котлетки. Ну, видите, у меня просматриваются овощи. Они тоже хорошо поджарились. Не сырые. Можно наслаждаться этой пищей. Ну, вот и все. Встретимся очень скоро. До завтра. Пусть у вас будет хороший, спокойный день, вкусные завтраки, обеды, хорошее настроение и желание творить на кухне чудеса. А вам, возможно, подскажут сменить свои традиционные вкусы мои завтраки. Они простые и доступные для всех. Но какие же они вкусные! Я ем их всегда с большим аппетитом. И вам желаю приятного аппетита. Встретимся очень скоро. До завтра!